Маленькая девочка говорит матери: «Меня в садике сегодня Вовочка обозвал дурой». Мать говорит: «Ну ты бы ему ответила, что он сам дурак». Дочь говорит: «Я его обозвал еще до того, что он меня назвал дурой». На завод пришел на работу новый молодой человек. Старший ему объясняет: «Вот смотри, 9 часов включаешь этот рычаг, 18 часов ее выключаешь, понял?» Тот говорит: «Нет». «Свой еще раз объясняю. 9 часов включаешь этот рычаг, 18 часов выключаешь, понятно?» Тот говорит: «Нет». «Еще объясняю. 9 часов включаешь этот рычаг, 18 часов выключаешь, понял?» Тот говорит: «Мужик, ты что, дурак? Я тебе третий раз говорю, не понял». Учеными установлено, что, оказывается, открытую дверь пройти легче, чем закрытую. Рыбчика. Дед Петлюха вспомнил, что со временем муж и жена становятся похожими. Посмотрел на свою небритую рожу и подумал: «Да ну его, эту свадьбу!» Зимой ко мне на дачу пробрались воры. Украли кое-что из посуды, из одежды и разгадали кроссворды, которые у меня лежали на столе, козлы. Нижнекамский государственный университет объявляет дополнительный набор на курсы вахтеров. При себе иметь чайник, кроссворды, от природы недовольное лицо. Дед Петлюха прочитал внучке сказку про Колобка и говорит: «Вот если бы Колобок послушал бабку с деткой, его бы лиса не съела. А если бы он послушал, они бы его сразу бы сожрали, а так хоть погулял». Рыбчика. Сегодня моя жена была очень в плохом состоянии, и мне пришлось нести ее на руках на кухню, чтобы она мне приготовила завтрак. Вот я раньше думал, для кого играют играя гармонь. Сейчас начал похмеляться. Душевно вою, кстати. Девушки исповедуются: «Материлась, воровала». Священник говорит: «Я знаю, знаю. Откуда? А подписан на твой инстаграм». Рыбчика. Если вы уже можете отличить правый носок от левого, значит, их надо уже постирать. Прочитал, что идеальная талия не должна превышать 94 сантиметра. Если больше, значит, ожирение. Измерил. Оказывается, идеальная талия у меня только шея. Обнаружена группа преступников, ограбивших на прошлой неделе склад черной икры. Опознание треснувших морд состоится завтра. Рыбчика. Весна, солнечный день, суббота. Я вот прогулялся по городу. Оказывается, сколько красивых женщин дома сидит. Подписываемся, кликаем на колокольчик. Если хотите почитать еще анекдоты, смотрите на ютубе, там внизу есть еще анекдоты.